Если пуск будет, но нуклеира включаемся и смотрим, как горит БМП. А кто Джевелин держит? Противник, что-то понять не могу, нужного человека. Пока не могу найти. Это аудитория. Что-то они, по-моему, не нашли. А может нашли? Они все отошли назад. Сейчас, наверное, пуск будет. Василий Чапаев в БМПшке второй сучок. Там же на Джаве же тоже теплак есть какой-то подобный. Что-то он рыскает, рыскает и никак не найдет. А там же перед ними практически. Есть. Я тех. Так, нуклеир. Убегает, 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 уезжает, уезжает. Ну, нуклеир. На бэхе. Че, мимо? Не знаю. О. Все-таки, наверное, ушли. Молодцы. Хорошо ушли. Ой, перевернулся же. Есть. Ай. Да вест. Да. Давай, бэха, бей его. Да, нам тут будем делать, что-то надо сказать. Да, давай, 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 фу-фу. Ну, погнали, бэха, конечно, хорошо. Его не найдет лучше. Ну, путь же видно, в принципе. По пыли можно попробовать найти. Нашел, 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 нашел. Заходит, вот есть. У него там прицела нет, вот вот погнали. Она. Ага. Ох, он окопы чистит. Это Вест, ты че? Мороз. Не бегал, как бы. Все, ушел он, да? Наверное. Ушел, ушел. Ты там взял, как бы, мой папа, да? А он же не стрелял, не стрелял, по-моему. Стрелял, стрелял. Его даже не задел.